так, как мы желаем. Эпизод первый. Озвучка студии Сильвана. А можно мы не будем смотреть мою? И последняя драма на сегодня. Ты выглядишь как босс, инвестировавший деньги для этой продукции. Я дам вам все, что захотите. Его драма такая же, как и выпуск Лукаса. О, правда? У него самый большой актерский состав. А, почему? Также он появился как сильный и победоносный. Он говорит это потому, что он не видел это. Я не согласен. Я прям жду не дождусь. Также я думаю, ты хорошо справился со своей ролью. Честно говоря, это уже конец первого его появления. Итак, наш Тэйон. Я реально трясусь сейчас. О, что это за чувства такие? Похоже на чувства, как перед прохождением медосмотра. Ты справишься. Не волнуйся. Драма Тэйона. Вместе. Посмотрим вместе. Всегда рядом с тобой. О, мне нравится название. Всегда рядом с тобой. Добро пожаловать. Взрывные реакции от увиденной красоты. О, выглядишь круто. Да конец. Конец, все кончено. Я каждый день прихожу сюда, только для того, чтобы увидеть её. О, мне нравится голос. Готовы сделать заказ? Мне один американо, пожалуйста. О, ты такой лжец! Что с твоей внешностью? Мне один американо, пожалуйста. А, хорошо. Ты даже не играешь. Тэйон даже не играет. Я была права. Ты ему нравишься. Да быть такого не может. О, завидую тебе. Что ты такого хорошего сделала в прошлой жизни, чтобы такой парень в тебя влюбился? Ты должен смотреть. Ты должен лично смотреть это. Подглядывает одними глазами. На следующий день и после я возвращался в то место. Снова пришел? Чтобы увидеть ее. Один американо, пожалуйста. Простите. Да? Можно с тобой поговорить? Аудитория полностью погружена. Тот парень точно по уши в нее втрескался. Извини. Могу я спросить, почему ты приходишь сюда каждый день? Тогда могу я рассказать тебе эту историю? Что это? Появилась настоящая реакция. Хочу услышать это снова. Что будет дальше? Шестьдесят лет назад? Это прошлая жизнь? Ты владелец этого здания? Эй, тот парень снова пришел. Был один парень, который приходил в это кафе каждый день из-за своих чувств к девушке, работающей здесь. Что будете пить? Для него она была ослепительной. О, Тэйона! О, извините. Я влюбился в вас. Вы мне очень нравитесь. Ба, Тэйон, ты реально хорош в актерстве. Я влюбился в вас. Вы мне нравитесь. Все еще не может смотреть или слышать себя. Я влюбился в вас. Вы мне очень нравитесь. Взаимно. Что? Взаимно? Тогда
Какая девушка? Это моя бабушка? О, так это не она? Только она не то? Что? Что? Эй-эй-эй! Эй-эй-эй, что случилось? Кажется, ты хорошо поживала. А ты все тот же. Я скучала по тебе. Что? О, боже! А ты не умираешь? Он не умирает. Я не смотрю это. Я скучала по тебе. Я не стареющий человек. Вот уже 400 лет я живу в настоящем. 400 лет? Nothing left to give of me, I gave up. Oh, okay, yeah. Даже если я не могу вернуться в прошлое, я не жалею о своем выборе. О, у меня мурашки. А теперь это мой последний шанс защитить ее. Вау, это просто вау. Разве не похоже на рисунок? Он особо не отличается. Персонаж манхва. Драма Тайона создала историю. Йоу, что за? Вау, это было сумасшествие. С самого начала Тайон говорил, я не могу это смотреть. О чем ты говорил? Повторял, я не хорош. Ну реально, когда ты появился впервые на экране, все было кончено. Видишь? Я был впечатлен той частью. Обычно ты стоишь прямо, но Тайон вначале делал так. Искривленные плечи. Один американо. Значит, ты пил американо последние 400 лет? Ты спал вообще? А, вампиры ведь не спят. Если честно, то я не мог смотреть половину из этого. Я делал так и так, поэтому не смог смотреть, но все же... Но мне реально понравилось. Что касается меня, мне понравилось, когда ты просил кофе и внезапно сказал, ты мне нравишься. Я влюблен в вас, вы мне нравитесь. Я влюблен в вас, я влюблен в вас. Это было сильно. Можешь повторить для нас еще раз? Я буду баристой. Клево, клево, клево. О, Кайхё. Начнем? О, извините. Я влюблен в вас. Вы мне нравитесь. Взаимно. Извините. Да. Я влюблен в вас. Вы мне нравитесь. Попал в сердце. Взаимно. Сломанная лапка очень важна. Твой стиль был действительно хорош. Его стиль? Да, это было как ретро. И дизайн интерьера, это было так вау. Все видео было таким захватывающим. Окей, давайте послушаем комменты Стаффа для этой драмы. С этого момента три самых популярных богов Кореи — это соблазнительные волки Кан Дон Вон, Ли Чон Дже и Тайон. Спасибо. Мастер знакомств, открывающий двери, типа «Open the door». «Open the door»? У меня были мурашки, когда личность Тайона была раскрыта. Если ты такой вампир, то я буду жить с тобой сотни лет. Озвучка студии Сильвана.